Этот дом в индийском штате Одиша стал приютом для сотни брошенных и осиротевших детей. Содержат его пожилые супруги Шьям и Кастури. У нас 23 мальчика, но большинство девочки. Всего их было 113. 13 воспитанниц вышли замуж. Сейчас здесь живет 100 девочек. Одна воспитанница приюта решила остаться. С детства у меня нет родителей или родственников, но я всегда чувствовала, что Шьям Сундар мне как отец, а Кастури Джал как мама. Они любят меня и уважают, поэтому я хочу помогать им. Сами супруги живут небогато. Содержать детей им помогают власти штата, жертвуют деньги и местные жители. Власти оплачивают содержание 50 детей, остальное – это общественные пожертвования. И еще я сам беру кредиты на поддержание приюта. В последние десятилетия некоторые родители в Индии отказываются от дочерей. Традиция запрещает женщинам участвовать в некоторых религиозных ритуалах и наследовать собственность, поэтому многие хотят, чтобы у них были сыновья. Шьям берет под опеку брошенных детей уже 33 года. Впервые он взял в семью чужого ребенка по просьбе своей мамы. Малыша оставили прямо возле их дома.